Мы находимся в странице 114, второй абзац. Мы продолжаем наш урок в 18 главе. Новая тема, короткий путь, как стать бейнони. Короткий путь. Как мы говорили вчера, после этого каждого из вас станет бейнони. Поза станет. Короткий, очень короткий. Так говорят, что он короткий. Так, мы учили вчера, что еврейская душа, которая дана нам, она дается нам в наследство, и она включает в себе любви ко Всевышнему и страх перед Всевышним. И мы задали 4 вопроса. Первое, как она наследственна? Задали вопрос, не понимаешь, потому что мы не ответили еще. Не дал ответ. Просто начал просто объяснять тема. То есть, первое, как она наследственна, не как душа наследственна, как Всевышний решил, так и решил. Как любви наследственна. Как любовь, чувство, как она может быть наследственна. Второй, корень этого любви, как она выражается, как она наследственна, и как она включает в себе и боязнь перед Всевышним. И поэтому Ребе начинает объяснить следующее. Воинян. Начало объяснения. Ки его овойс хен хамелкова. Нашей приотцов, когда мы говорим о приотцов, это только 3 человек. Авраам, Ицхак и Яков. То есть 12 коленный уже не считается приотцов еврейского народа. Они могут отцы, одна ветка внутри еврейского народа, одна из 12. Но они не часть предков, то есть, а вот 3 отцов еврейского народа. Как это выражается? Выражается в том, что каждого из 12 коленной имели определенный вид характера, определенный вид поведения, который генетично они тоже передали такой склонности своих будущих детей. Поэтому это склад характера, который характеризуется по большей определенной части еврейского народа, не касается ко всем. В отличие от этого, все, что коснулось качеством 3 наших предков, Авраам, Ицхак и Яков, касается каждого из нас. Поэтому они называются отцы нашего нации. Отцы. Вот у нашего отца было огромное преимущество, которое не нашла у других праведников. Были, правда, такими, похожие. Но не у всех, они были колесница, меркава. Что это означает, меркава, колесница? Что это означает? Как это выражается? Выражается в меркава, что колесница не имеет свое купейка, не имеет свое виде, видение, характер, склонность. Нету. Она полностью под извозчик. То есть наша машина никогда не скажет нам, да, не хочу право, хочу лево. Ну, не скажет она это. Она может быть не способна делать другого. Она не может лететь. Ну, не может она. Ну, что делать? Она не может лететь. Но того, что она способная, она делает все, как извозчик или водитель требует от нее.
У нее нет свой мнения. И когда мы говорим, что наши предки были колесница, это означает, что они насколько очищали свое «я», их существование, что полностью любое движение в их жизни, вплоть до моргания глаз, было по нужде или по отражению желания Всевышнего. Дам пример, он чуть грубее, но это тоже очень серьезно. Написано, что перед субботу есть такое состояние, что атрибут зо, то есть этих атрибутов, которые есть в мире Ацилут, сферот, они в спящий режим. Есть такое понимание. Поэтому был очень, очень большой хосид, Раби Элиэзер Парич, он похоронен в Херсон. Он перед субботу пошел спать чуть-чуть. А Ребе, Альтеребе и других Ребе, они никогда не шли спать. Они просто уснули на ходу. То есть, они просто отражались. У них не было нужда что-то делать. Они просто не имели, настолько не имели свое «я», что не отражали небесное состояние. В себе, через себя пропускали. Есть такая очень известная история. Был очень большой праведник в Польшу. Хозе из Люблин. Хозе из Люблин, Хозе, это из слова пророк. Чуть-чуть по другому выражению. Это дали ему этого, можно сказать, кличка, потому что он прям видел, как будто бы все перед глазами. Он мог сказать, что происходит, где происходит, когда происходит. И когда-то один из раввинов, не хасидский раввин, начинал говорит против него, что не такой, не такой, не такой. И один из хасидов, Хозе из Люблин, говорит ему, если ты считаешь, что ты так же, как уровень моего ребе, пробуй есть, не приближаться к своему прибору. Пробовали когда-то? Есть, не приблизиться к прибору. Невозможно. Просто невозможно. Это на уровень инстинкта. У ребе нет. Почему? Личное движение. Зачем это надо? То есть у истинной праведники, то, что мы называем их как колесница, у них не было вообще понимания, какое-либо движение, ни желания, ни выражения, ни высказывания, ни чувств, движение в жизни, которое не отражалось и не было связано с определенным состоянием верхних миров. Они отражались полностью Всевышнему. Настолько, например, как Рашби говорит, я Симано Беалмо. Я всего лишь значок в этом мире. И я отражаюсь Всевышнему. Или как Моше говорит в Тору, и я вам дам дожди. Спрашивает Талмуд, он дает нам дожди? Нет. Всевышний говорил через его уст. Не он говорил это. Всевышний говорил. Поэтому он мог говорить, и я дам вам дожди. То есть они просто пропускали через себя только Всевышнему. То есть наши предцы, и это большое преимущество, потому что предцов наши жили до дарования Тора. Это была их заслуга. Они настолько сильно себя очищали, что они
уже не принадлежали себе. Из-за этого достижение их состояния им отдали дарение. Дарение, что они своих божественной души, которая принадлежала раньше Ноаха, но они не дали в наследство. Шем не дал в наследство. Адам не дал в наследство. Хевель не дал в наследство. Лемех не дал в наследство. Но они из-за их заслуга перед Всевышним, их достижение такого уровня, они отдали это своих детей. Как это связано? Что такое божественная душа? Мы учили кое-что уже в прошлый абзац в Тане. Божественная душа – это часть Всевышнего. Что божественная душа выражает? Не себя. Богом. У нее нет своего. У нее есть Богом. И поскольку что Авраам, Ицхак и Яков очищали своих телесное состояние настолько, что они что их тела пропускали только божественная душа, то есть они полностью аннулировали какое-либо отношение свое я, они получили право передать следующее поколение этого преимущества. Другим словам, они сделали своих поступок очищения своих тела в час физическая генетика своих тел. Силу притягивает к себе божественная душа. Да? Вообще-то, я знаю, что не надо доказать ничего из науки. Если Тору говорит, так оно и есть. Но мы видим сегодня, наука помогает реально очень сильно. Мы знаем, что когда родители и общество ведут себя в определенный образ, например, родители, которые сильно занимались, допустим, определенный вид науки, несмотря что это не генетично, то будет у детей склонности к этому сторону. Это не означает, что если они учили математику, дети будут учить математику. Это означает, что у них склонности к логическим мышлениям будет связана с их генетикой. Это не будет часть генетики, это будет добавлено. И ученые, удивительно, они поставили определенные виды червей, определенный стресс. Стресс. То есть они дали им понять, что когда они делают определенные шагов, они получают какое-то неудобство. И других червей не дали это. И они увидели, что следующее поколение вот этого сигнал предупреждения было передано в следующее поколение человека. Это удивительно. Но и с другими словами, действительно, в наше физическое поведение мы влияем и на генетику, которая не совсем связана с нашим поведением. Она больше данной. Это влияет. Это рисует ДНК определенный след. Короче, наши предки меняли это на ДНК. Свой ДНК стал ДНК еврейский. И это ДНК начал получить божественная душа. Конечно, это было решение божественное. Так просто это не было. Но их замена была прямо на уровень ДНК. Теперь это будет другое. Это будет другой ДНК, который принимает божественная душа. Вот такая решение Всевышнего. Это было вознаграждение. Теперь давай читаем внутри. Воиню, кио овейс, хен амеркова. Они были колесница. Веалкен, и поэтому, зоху, они получили честь.
להמשיך פרינימט נרן נפש רוח ינשמו לבניהם אחריהם דייצה פסלדושת פקלני עד אוילום до конца времен. Меэсэр сфирас дек душо. Откуда придут этих десять, этих нефеш, рох и нешама, из десять атрибутов, которые есть в мире цилут, то есть хохма, бина, дас, хезед, гвурот, тиферас, неца, хойде, соид, малхус, оттуда будут принят души их будущие дети. Который есть в четыре и этих десять атрибутов, они отражаются потом не только в мир Ацилут, а в мир Яцира, Ибирия, Яцира, Асия до нас. Лехол, эхот, в эхот. У каждого из их детей получит он. Кефи мадригосай по состоянию его уровня, у кефи маасов, и как он будет поступать? И вот здесь надо понимать. Помните второй главе в Тане? Помните чуть-чуть? Смутно есть хотя бы память. А? Откуда, что написано в второй главе в Тане? Откуда у евреев божественная душа? Посмотрите в том, не стесняйтесь, откройте. Да. Адама, а потом разошлось. Да. А уровень душа? Откуда? От мудрости Бога. Мудрости. А тут что написано? Из 10 атрибутов. Так, из 10 атрибутов или от хохму? Второй вопрос. По второй главе мои действия как-то влияют на душа, которая получит моего ребенка? Не влияют. А здесь что написано? Влияют. Что влияют? Да. Написано. Что, как я буду вести себя и так получу? Да. И дальше написано, «Вал кол паним, афилу лекал шебакалим упейши Исруэл, даже на самый простой, проще простого, и пейши Исруэл это худший из евреев, немшах беззивугом, они принимают в их уединение, то есть расплодирование, нефеш де нефеш де малхус де асио». Нефеш, который включается в уровень нефеш, от атрибут Малхут, царства, из мира Асия. Шихи мадрегу атахтейну шебекдуша со Асия. Который является последний уровень в святую Асия. То есть у нас есть два вопроса, которые я с Божьей помощью объясню, не сейчас. Мы видим, что есть большая разница, когда мы говорим о второй главе. В второй главе он говорит, что корень душа это кто? Всевышнему, который вдохнул. И какой это уровень? Мудрости Всевышнему. И там дела человек никак не влияет. А здесь мы говорим, что душа мы получаем от атрибут, один из атрибутов, 10 из 10, которые есть в мире Ацилут, и действие человека все-таки влияет.
все-таки влияет на уровень своего ребенка. Мы оставим это, мы дойдем к этому вопросу. ואף על פי כן, איניס מטריה זה הטבה, מאחר שהיא מעשר ספירס לקדושו, יקלו לו מכולון גם מחוכמה דעשייה, שבסוי חומה לובשס, חוכמה דמלכוס דעצילס, שבסוי חוכמה דעצילס, שבא מאיר אור אין סוף ברוחו ממש, כדכסיב אביה בחוכמו יוסד אורץ, וכולום בחוכמו אסיסו. Несмотря, что бывает, у еврея может быть очень простая душа. Какая простая душа? Ну, его душа была, корень его душа, из атрибут Малхут, царства. И он получил ее через все эти хишталшилут, передачи разных уровней, до того, что его душа, который он получил в своем теле, она очень простая. Какая простая? Она из Малхут, которая переплетена в Малхут, в мир Асия, и все равно он часть всей еврейской жизни. Почему? Потому что все этих души, всех этих атрибутов переплетены друг в другу. И он приносит доказательства, откуда? Потому что написано, «Хавайе бехохмо йосад орец» Всевышнему через атрибут мудрость создал земле, и еще «Бекулом бехохмо осисо» и все ваши сотворения сотворил в мудрость, и поэтому находим, что мудрость Всевышнему, который принимает в себе энсофа, бесконечность Всевышнему, находится везде. Еще раз. Посмотрите, пожалуйста, похожий вопрос на этого в второй главе в Тане. Есть такой же похожий вопрос. Посмотрите, прямо на первой странице второй главе. Что написано там? Такой же вопрос вроде бы. Ну как, если у нас разница между людьми? Вот у нас есть души Авраам, Ицхак и Яков, и Моше, и праведники, и главе все поколения. И смотри на нас, и смотри на наше поколение такая-никакая. Что мы объяснили? У нас была притча о рождении ребенка. Процесс рождения. Женщина беременная, она получила семена, из этого семена вот произошел весь ребенок с ноги, с ногтей до головы. И этого часть семена, часть от него по божественной причине стал ногтей, и часть от него стал голову, мозг, который принимает разум. Также всех евреев, там не написано такой. Такой тут не написано, даже не приблизительно. И доказательство какая? То есть проведение и доказательство из этих приложений второго, из этих псуким, тоже не указано в второй главе. Вы посмотрите. Вообще их нет. То есть вроде бы одинаковая тема. Но вообще не так написано. А другое объяснение. Что было так нехорошо в второй главе? Ну, я не просто прохожу и показываю, что есть большая разница. Есть к этому очень серьезная причина. Причина в том, что мы говорили с первого главе до 17 главе мы говорили о длинная дорога. И туда надо было понимание совершенно другая. Подход другой. И поэтому уровень душа, которая была обсуждена во втором главе, она подходила к этому вопросу.
А сейчас мы говорим о новый путь в Тору, о короткий путь. И туда уровень душа, который мы будем воспользоваться, будет совершенно другой. И поэтому к нему другой подход. Объясню. Когда подходит к нам два ученики, один аналитик, у него логика очень сильная, а второй спортсмен. Что для того, чтобы принимать их в нашей школе, что мне надо делать? Я принимаю спортсмена не за его большая ума, а за его эластичность, силы мышц, талантов, которые он может. Стоит ли меня принимать в школе ребенок, который будет отстаиваться по математике, по английскому, но он будет приносить славу школе за своих талантов? То есть меня что надо проверить у него? Физическое состояние, культурность, способность дружиться с людьми, вероятность, что он принесет нам какую-то славу. А другой ребенок, что я должен проверить? Что он списывается в своего уровень знания и подготовка к своего класса. Это разные вещи. Та же самая, когда мы относимся к душу и спрашиваем, какая цель мы должны добивать сейчас с божественной душой. Длинная цель, что она поменяет себе и будет в себе любви ко Всевышнему, через своего способности в знания величия Всевышнему. Да? Это один цель. И к этому надо говорить о другой подход к душу. А когда мы говорим о короткая дорога, там совершенно других данных в душе мы обсуждаем. Отсюда и мы видим разницу между второй главе и в 18 главе. Мы будем это объяснить дальше. Ки эн сойф баруху, поскольку что бесконечному, бесконечный Всевышнему, он входит, он одет внутри нашей атрибут хохма, мудрость, чтобы не фасодом, которая в душе человека. И емиши, еми Исраэль, неважно какой он, еврей, любого, обхинас хохмо шебо, и мудрости, которой есть в эта душа, и морен сойфа барухаме любаш бо, и бесконечность Всевышнему, который одет в ней, Миспашетес бехол пхинас анефеш куло, она входит и проходит во все виды его уровень своего душа, лахахьойсо, оживлять ее, пхинас ройшо, пхинас рагло, от ног до головы. Кедихсив, хохмо теахатхая беолео, как написано, хохмо оживит, оживляет человек. Еще раз, мы тоже этого не сказали в второй главе. То есть в второй главе мы спросили, а как связан душа, как связана душа с уровень ногтей со Всевышним? Что мы ответили? Через души главе, через мудрецов Тору, что мы тут говорим? Как связана душа со Всевышним? Благодаря бесконечность Всевышнему, который входит и одет в ней через атрибут хохма. Совершенно другое объяснение. Вы поняли разницу, да? Я вообще уже запутался. Хорошо. Может быть, только я не знаю, что-то у меня каша в голове сейчас. Может, это нормально, я не знаю. Просишь у меня мозгового. Или мозгов не хватает. Во второй главе у нас была линия объяснения. Ребе объяснил нам следующее. Откуда приходит душа? Всевышний вдохнул в Адам
Душа. Вот это корень души. Вдохнул, это как понять? Вдохнул. То есть это не было разговаривал, не говорил его. А вдохнул. То есть это было глубоко. Откуда глубоко? Говорит книги Зоар. От себе. А потом, после того, что говорили от себе, следующий, после двух точек, говорит, что мудрости Всевышнему это производитель души. Мудрости Всевышнему, он производитель души. И это производитель душа просто отдает всех души одинаково. Спросили, ну а как есть уровень разных душей, если все от мудрости Всевышнему? Как есть разница между них? Говорили, что это процесс рождения. Семена приходит в женщину и получается часть ногтей, часть мозга. То есть оно меняется по процессу, по божественное какое-то решение, непонятное нам. Так получается. И как связаны душа друг к другу? Через главы. То есть мудрецов Тору, которые они обладатели души из уровня главе. Они, когда мы связаны с ними, они, да, тянет нас ко Всевышнему. Спросили в конец главе второй, а как я могу менять ребенок мой судьбой, если это получается прямо от Всевышнему, прямо как розыгрыш. Как получается, как получается. Говорили нам, правда, вы не можете менять, можете менять только обложку, но не самую душу. Самую душу это Всевышнему решает. Здесь мы находим совершенно другое объяснение. Откуда душа еврейского? От мудрости Всевышнему, которая в ней бесконечность Всевышнему. Такого слова не было в второй главе, вообще не было. Это новый уровень душа. Откуда этих душ появляются? Они появляются из 10 атрибутов. То есть душа, которой ее корень, производитель, назовем это, да? Хесед, другой гвура, другой из год, гвуро, другой из царства. Но в них всех есть хохму. Во всех их есть хохму. Хохму, которая оживляет их. Она прям в них. И с этого хохму, с ними находится бесконечность Всевышнего. Поэтому каждого из них имеет отношение со Всевышнему напрямую. Не через мудрецов Тору, не через главе поколения. Напрямую. Потому что у каждого из них есть хохму, который в эту хохму есть бесконечность Всевышнему. И да, можем менять судьба нашей душу по наше поведение. Совершенно не то, которое мы говорили. Сейчас понятна разница? Разница большая, очень большая разница. А как же тогда души, которые корни находятся от частицы душ, тех же праотцов там, или от Моше, или, то есть идут ниже, 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 до самого ниже. Корень находит, может корень души быть у части души праведника какого-то, главы поколения, там, Ребе, например, или Моше, или Исхака Авраама. Как это понимаешь? Потом. То есть разница между оба подходов очень простой. Когда мы собираемся на миньян, неважно вообще, если все мы соблюдаем, или никто из нас ничего не соблюдает. Обратно, если тут находился Лубавичевский Ребе, со всеми других предыдущих Лубавичевских Ребе по всех поколениям, прошу Машиах, они все встали с мертвых. Пришли сюда на миньян, и с ними еще Бааль Шем Тов и Магид из Мезрича. 9 человек. У них нет миньяна.
Нет у них меня. А пришел сюда Амирам и стал меня. Как? С другой стороны, мы соберемся здесь 10 человек, и легко у нас меня нет. С другой стороны, мы все понимаем, ну, рационально, что если Лубавичский Ребе зашел в хейдер, и если бы мы бы собрались их все в детство и посадили их в хейдер, и также мы вернулись обратно на малолетний возраст и сидели тоже с ними в хейдер, они бы полетели вверх, а мы остались вниз. Такие данные. Других данных. Разница между этим. Почему, когда мы говорим о миньян, они ничего не могут делать без нас? А когда мы говорим о своем личном данном, понятно, что даже без, не сравнить. Неважно, сколько человек. Один из них, вообще неважно, сколько. Это вообще неинтересно. Или как в Мишну есть такое выражение, что учеников Шимон сын Шатах, у него были очень великих учеников, да? Когда он поставил против всех его учеников одного из них, Йошуа бен Окинус, он перевесил их со всеми, да. То есть все этих учеников, ну, рядом с ним вообще не стояли. Это другой данный, другие данные. Разница между этим. Еще раз, Йошуа бен Уркинус не мог делать миньян один. Он вынужден идти с простыми 10 евреев или 9. То есть мы говорим о разные виды. Давай будем переводить это на более простой жизни. Да? Когда мы будем идти, допустим, на инженерский факультет или на каком-то инженерный отсек, каком-то завод. Понятно, что это там сидят люди, которые по уровню их знания были подобраны для своих способностей. Понятно, да? Но они все не могут выполнять крутит гайка, как этих тысячи простых. Это разные вещи. Разные вопросы. Это как мы, вот мы в сравнении, люди, в сравнении Эйнштейн. Ну, мы люди, так же, как он. Но он гениальный человек. Это разный вопрос. В первой главе, до 17 главе, мы занимались не данной, а достижением. Достижением. Душа должна была достичь. Что достичь? Достаточно знания. Знания. Этого знания переводить к чувствам и менять себя. Себя это означает животная душа. Очищать ее. Воспитывать ее. Менять ее. Поэтому там какая данная нужна божественная душа? Такая, которая дает нам мозги и чувств. Если у человека немного, то он не способен. Если у человека много, то он способен. Если у человека средний, он превращается в средний. Бенони. Это данный. Поэтому уровень душа, который нас интересует в первой главе, это уровень, характеризующийся действием человека, пониманием человека, достижением человека. Здесь, когда мы говорим о короткой пути, нас это не интересует. Нас интересует только одно. Ты еврей или не еврей? Ты еврей или не еврей? То есть тупой еврей, хорошо, еврей, неудачный еврей, но еврей. То есть какая уровень душа нам нужна?
такая, которой мы говорим, ты еврей или не еврей? А что это за уровень? Это уровень, который имеет отношение бесконечно с Всевышним. То есть не данный, не то, что называется в Хасидут седришталшелут, поступенечный вот, подъем или спуск. Мы говорим о общей данной. Ты еврей или не еврей? А ты еврей или не еврей касается не спуском, а бесконечно с Всевышним. Я решил, что ты еврей, ты еврей. Почему? Я нахожусь в тебе. И в этом Лей и я равны с Лубавичевским Ребе. Идентично. Я и он идентичны сейчас. Я еврей, ты еврей, все. Поэтому я могу участвовать в меня. А ты, Лубавичевский Ребе, с твоими всех других праведники не можете. А я могу. 10 такие, как я. Почему? Я еврей. То есть мы не говорим сейчас о моей способности. Мы говорим сейчас о моем данной. Моей данной. Я еврей. Все. У меня нет другой вариант. Я еврей.